А об этом знает каждый участник нашего проекта. Встречайте, Маргарита Дробязко и Петр Красилов. Если прокрутить назад время и посмотреть наш первый номер, то, конечно, он будет сильно отличаться от нашего предпоследнего, последнего и там... И так далее. Ну, вот. Потому что Маргарита не дает мне спуску. Чем это закончится, я не знаю. Вот. Ой, ты моя... Побежали. С этой стороны? Да, побежали. Чтобы я была яркая. Не блестящая, а яркая. Бу-бу-бу-бу-буй-бу-буй. Ну да, этот блеск, конечно, такой. Не нравится тебе, да? Нет. Главное мне вот не поверить на 100% в то, что я могу все. Что тебе даст-то? Я так свято в это поверю, что скажу, Маргарита, извините, чуть в стороночку. Сейчас смою это. Понимаешь? Что ж такое-то, а? Ой, отпускай руку! Блин. Я тебя держал до конца. Давай, отпусти эту руку, которую я под ногу, я же могу так падать. Поскольку номеров обычно мы творим вчетвером, правильно, да. Правило, вчетвером. То есть хоть у кого-нибудь из этих четверых, да, будет идея свеженькая есть, идейка. Да. Поэтому потом, мы же еще не делали ни одного номера из «Жизни насекомых», например. Мы еще не делали. Ну, вот, дельфинчиками мы не были, да? Угу. Пингвинчиками были другие. А мы были лошадками. А дельфинчиками не были. А лошадками? Ну, лошадками были. Ну, не все. Необыкновенную любовь к животным демонстрируют Маргарита и Петр. Они сегодня танцуют под песню Арти Каплана в исполнении Оскара Бентона «Бенсонхерст Блюз». Christmas, you all.
уважаемые телезрители, тут нечего комментировать. Они все рассказали сами. Потрясающе исполненный номер – это картина мужского позора в начале. И потом концовка «Ну на, на, вот твое обручальное кольцо, ты этого хотела?» И оказывается, что они хотели этого оба. Причем номер не только содержательный, сыгранный блестяще, они же и откатались здорово. Ведь практически ни одной помарки.